Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Завтра пройдет жеребьевка полуфинальных матчей по хоккею Кубка Руслана Салея. Финалисты будут определены уже в эту субботу. Заключительные встречи состоятся 17 и 18 августа на льду Оршанской ледовой арены. Напомню, сейчас рыси находятся на второй строчке турнирной таблицы. У гомельчан в активе 13 очков. На бал впереди находится Гродненский «Нефть». «Неман» замыкает тройку лидеров – «Оршанский Локомотив». Он отстает от представителя Гомельской области на 2 очка. Гомельчане примут участие в международном юношеском футбольном турнире имени Юрия Курненина. Соревнования соберут 8 команд, в составе которых выступят ребята не старше 2004 года рождения. Группу А составили «Динамо Минск», «Московский Спартак», «Латвийский Сконта», «Гомель», а группу Б – «Московская Динамо», «Гродненский Неман», «Столичный РЦОР БГУ» и «Динамо Брест». Турнир пройдет в Минске с 15 по 18 августа на столичном стадионе «Динамо Юни» в память о чемпионе СССР Юрии Курненине. Защитник Андрей Иванов подписал контракт с «зелено-белыми». Срок соглашения с 24-летним футболистом рассчитан до конца сезона. За «рысей» россиянин будет играть под номером 11. Иванов начинал свою карьеру в резервной команде Санкт-Петербургского «Зенита», за которую провел более 70 матчей. Затем на правах аренды защищал цвета Мордовии, а в сезоне 2017-2018 выступал за «Томь». Последним клубом в карьере российского футболиста был Ярославский «Шинник». На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».